вообще. Это вот это место, где Никита жил в этом доме, этот Колесников, брат наш. Сейчас посмотрите, какие там хоромы тоже у него были. Это вот они сегодня траву, такой куб сложили из лопухов. Вот это туалет, да, на две кабинки. Прямо и налево там. Правое плечо вперед. Это баня с правой стороны. Нет, это была раньше баня. Сейчас такая она действующая. Поклоны только надо. Три. Выключите пока свет. Сейчас. Закроем. Все, можете включать. Ага. Лоточек. Вот матрасы висят, ага, вот их надо будет. Ага. Выбирайте, да, получше. Получены какие-то выбирать. Прям на стул вставать, его так приподнимать, и он упадет. А я тут развяжу сейчас завязки. А это вот простыню. Простыни у нас с собой все привозят. Ничего такого. У тебя есть что-то? Найдешь? Найдет. Ага. Это еще этот, Игнатов. Вода? Игнатов, Игнатов стол воды там. Ага. Очень хорошо. Сейчас вы прям будете с матрасами заходить, и вот там наверху, вот тут спереди одна палата, я внизу сплю. Так, мне тяжело сладить. Закройте за мной. Сейчас я еще. Нет, сейчас это не надо. Сейчас, сейчас не надо. А, сейчас, нет, нет, пока не надо. Бра, это молодцы, все закроются наши. Не знаю. Зачем вставать-то? А? Вставать можно, да, вот этот крепкий стул. Можно на ботинки надо снять. А в этих нельзя? В ботинках? Нежелательно, конечно. Почему? У тебя тапочки-то с собой есть, ты привез? Тапочки, тапочки, да. Так ты по тапочке переодевайся. Раз-раз быстро, чик, залез. Стул-то чистый. Мы сидим на нем. Это вот сюда можешь положить, вот так. Только потом это его вот на спинку стула можно подвесить. Так, сейчас. С собой возьму. Вот матрасик хороший, неплохой. Вот этот, видать, тоже неплохой матрасик. Его вверх и на себя. Нет, тут не развяжешь. Это надо тут развязывать. Кто это? Вверх и на себя, прям весь матрас. Опа. Так, веревочку. Его надо это хлопнуть, да? Пришло. Да. Веревочку, пыль, давай. Скопил. Отхлопнуть его. Да? Ага, на улицу вынес. Веревочку, это, брат, веревочку, давай. Так, все веревочки будут вот тут висеть. Где шапка? Где кепка? Я туда, если подвешу. Хорошо, у меня дверь не закрывается. Ты умеешь? Ты завяжешь ее, как надо? О, а умеешь завязывать как надо? Я же вас не учил еще. Да ты что? Вот види, сначала нужно вот так сделать. Слушай. Вот просто... Да вон, залезь на этот. Вот, вот сюда можешь видишь, залезть. Вот видишь, вот такой узел. Вот так. Ведро она становится, вот видишь, там сыро, там сыро. Теперь вот так берешь. Вот, через 4 пальчика. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, ну ладно, 9, 10. Слава Богу. Вот так, раз, как видишь, восьмерочку закручиваешь. Слава Богу. Господь услышал молитвы. Приехали. Казани. Это вот на дровишке у нас. На случай, если будет холодно. Вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.